Привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать на Минск-арену. Впервые здесь в новом сезоне сыграет одноименная команда. Ассистент лиги Ненад Дмитриевич. Проход идти не стал, снабдил Винса Хантера, тот в трехсекундной зоне и очень легко набирает он первые два очка в сегодняшней встрече. Тут еще одна опция есть, конечно, в пост, это Луи Либери. На нем сдваиваются, Дмитриевич один на периметре, угрожает трехочковым, естественно, и вполне уверенно попадает. Единой лиги ВТБ, ну, немножко сейчас подвинулся он в топе, так как Григорий Шуховцов перебрался в Локомотив. Но все равно самый возрастной, напомню, Сергей Мони. А это Винс Хантер. И перехват от Униксот. Не увидели мы момент, как именно этот перехват случился. Но казанцы мяч забирают. И 0-9 становится. Дмитриевич ассист и Луи Либери. Но с другой стороны, понятно, что так изначально шансы Минска не выглядели большими. Но Данил Каско набирает первые два, врывается в трехсекундную зону. Бегает здесь Карацов, Близнюк не стал скидывать, бросает сам со средней дистанции. И 4 очка к ряду теперь уже от хозяина. Мяч у него в руках. Винс Хантер, Дмитриевич, неплохой взаимодействие. Александр Разумов выходит на площадку и в первом же владении забивает трехочковый. Парму пари и выглядел очень достойно. В этом сезоне вернулся уже в казанский Уник, за который он также выступал в сезоне 20-21. Ошибочка от Минска. И задействует. Рейнольдс под двойной опекой здесь оказывается. Кулагин на Зайцева. И надо уже бросать. Зайцев идет в проход и выполняет точную атаку. Не отдает в краску. И Стубеда против Рейнольдса. На Рейнольдсе двое. Рейнольдс пытается обыграть один в один. И делает это весьма успешно. Что Рейнольдс пока будет помогать заслонам. Зайцев в итоге сам решается на бросок, но у него хороший, стабильный средний. Не дают фол-арбитры. И передача уже от Зайцева. Неудачная. Минск контратаки. Борисевич! Нет, говорит Георгий Жбанов. Вспоминаю домашние игры против Енисея, против Астаны. Тоже команда, которые вне зоны плей-офф идут. Там у них смог и по 25 набирать спокойненько. Эрнандес, Зиненко, Тростинецкий, Близнюк и Даррелл очень хорош в этом моменте. Опередил Рейнольдса и набрал 2 очка из-под кольца. То Рейнольдса так... Забирает здесь мяч Зайцев. Заказал комбинацию. И еще одна потеря. Тут Бенджамин Павел Дуду. Один в один. Забивает через Луи Либери. На Либери. И вот трешки. Трешки от Уникса. То, что, конечно, важно, чтобы полетело. В случае двойной опеки будут двигать казанцы мяч. Близнюк. Сыграл двоечку. И какая скидка роскошная. Эрнандес, Зиненко. Ну, кажется, что действительно Уникс сталкивается с недостатком концентрации. Может быть, недооценкой. Она тоже имеет место быть. Дмитриевич. Хантер на свободного Либери. Либери с дальней дистанции не попадает. Но есть подбор в атаке. И здесь Либери уже будет двух рук колотить сверху. Все-таки коллективной работы у них добывает. Стубеда. Довели до Близнюка. Классная передача. Стубеда. Но слишком так просто, слишком предсказуемо для Эрнандо Зиненко. Двойная опека на нем, хорошая скидка и Бенджамин Павел Дуду. Дмитриевич. На Рейнольдса. Рейнольдс! Никаких шансов там в поединке против Енисея. Ну а это Стабровский. Ой, это Карацов был, прошу прощения. Это Максим Карацов, да, попадает в новом нападении. Тростинецкий. Еще один трехочковый забивает Минск. 3 из 9. Они забивают больше трешек, чем Уникс. Мяч забирает и Дмитриевич. Ну, тут полноценное владение Уникса. Ненад пошел на нескольких соперников, но оказался успешен. И Либери опускается вниз. До него мяч доходит. И против Каско тот в трехсекундной зоне мажет. Ильницкий на подборе. Двоих в воздух поднимает. И все-таки Либери с третьей попытки. Тоже не отпускает практически Владислава Близнюка. Каско здорово прорывается в краску и доходит до него. Хантер. Дмитриевич.
У Ненада 9 очков и 3 результативные передачи. И вот теперь становится 11. У них делает акцент на движение мяча. Дмитриевич мажет, Хантер подбирает. Бросать не стал. Жбанов, а вот Жбанов пробует, и Жбанов попадает. 25-38. Мяч у Близняка. Борисевич против Винса Хантера. Прорывается. Рейнольдс. Рейнольдс врывается в краску. Посмотрите, как уверенно расталкивает там и своих. А, Вергун получил технический и обоюдный. Дали Разумову и Дуду. Тем временем Уникс отбивается. Ненад на Рейнольдса, но это пробежка. Вячеслав Зайцев. Дмитриевич, Кулагин. Так не точно. Разумов на подборе. И какая передача от Разумова шикарная. Пытался дождаться партнеров и теряет мяч. Много потерь сегодня. Уже вот четвертая для Джалина Рейнольдса. И Владислав Близнюк набирает легкие 2 очка. И пойдет влево. Тут есть подстраховка, но как же здорово он зависает в воздухе уже. Мы его не наблюдали. 5 секунд на бросок. Близнюк, скидочка, Каско получает блокшот. О, Джалин Рейнольдс, который показывает характерным жестом. Нет, через меня вам не забить. 3.17, чуть выше проценту Минска. Микульский. Тростенецкий, какой пас! Даниил Каско набирает 2 очка. Близнюк. Фернандес Диненко на Близнюка. Классная передача. И неудел остался уже на Дмитрий. Минск делал и таким образом набирал очки. Дмитриевич в ответ. Вот забивает 3 в ответ, причем в следующей же атаке. 36-53. Все лишь первые очки для Уникса в этой четверти. При этом. Фернандес Диненко на Близнюка. Близнюк надежен. На Микульского Владислав. Пошел под Рейнольдса, но нашел вариант для передачи. И Даррен Эрнандес-Зиненко. Вот здесь может быть пятая. Лабери. Нет, не в этот раз. И бежит. Посмотрите, как бежит Влад Микульский. 2+1. Забивает coast to coast. Эрнандес-Зиненко. На вход. И опять проходит врывание от Владислава Близнюка. За минчанами. Эрнандес Зиненко. Классный заброс. И Тростенецкий забивает из-под кольца. Лейла Бери. На Вячеслава Зайцева. Ленат Дмитриевич. И его флоутер. В общем, не спешит обострять. Хотя сегодня сделал он 6 результативных передач. И, кстати, отметился 12 подборами. Ну и забивает все-таки Даррелл с дальней дистанции. Ускорится. Это получается сделать. Эрнандес Зиненко не лучшим образом обработал передачу. Тростенецкий на минус 3. Да ладно! Что происходит, друзья? 52-55. Дмитриевич, 10 секунд. И на ногах. Сейчас болельщики Цмоки стоя смотрят эту игру. Дмитриевич со средней попадает. Второй забивает. Два из двух от Микульского и Микульский против Зайцева. Остается с мячом, надо бросать. Тростенецкий атакует. И Эрнандес Зиенко из-под кольца промазал. Но так бы все равно Минск игру даже в овертайм не перевел.